геймплея вам нужно играть за шею. Вообще основные способности есть такие как хоминг, буст, стом, подкат, ну и двойной прыжок, как и пралокс. Давайте поговорим про музыку. Музыку в эпизоде Shadow нельзя назвать как новые композиции. Это больше похоже на ремикс старых или сложение двух композиций. Итоги. Что я могу сказать по поводу эпизода Shadow? X и пронесись по всему